Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nixon Play. В этом видео я расскажу про квесты, точнее про лучшие из них, на мой взгляд, которые находятся на локации окрестности Любич. Первым список открывает, конечно же, линейка квестов у гурмана. Это обязательная линейка квестов, которую должен выполнить каждый новичок, покинувший стены города Любич. В процессе выполнения ты получаешь неплохое количество опыта, очки торговли со всей кухни гурмана и в сумме 100 тысяч рублей. Эти деньги, конечно же, в процессе не ощущаются, но новичку опыт будет весьма кстати. Если ты хочешь заработать, то твой путь после гурмана лежит к ученым. Их лагерь находится в квадрате I24. Просто так они с тобой разговаривать не будут. Нужно сперва поработать на курьера в городе Любич и выполнить у него несколько заданий. Крайним будет паучьи коконы. Далее знакомиться и морек и доставка коконов. На этом задании ты как раз будешь знакомиться с учеными. Но не спеши, придется поработать и на охрану в этом же лагере. Кич, Буч и Теклберри. Задания у них несложные. Делаем линейку Кича обязательно, потому что он открывает ежедневное задание «Плановый обход датчиков», за который ты будешь получать набор старых инструментов, а он на минуточку стоит от 450 до 500 тысяч за штуку. К тому же квест на ящике является ежедневным. После этого тебя ждет увлекательное сотрудничество с учеными, точнее с доктором Эйзенштейном. Придется где-то попотеть, но ты справишься. Главное, купи противогаз, прежде чем лезть в лабораторию. Встанешь на квесте охота на нулевой экземпляр. Придется просить кого-то из клана, чтобы они провели тебя. С рандомной пачкой проходить это мертвый номер, даже не тратя время, деньги и нервы. У ученых мне нравятся награды. Они сыпят достаточно опыта, хорошее количество денег и различный лут, в том числе ящики с инструментами. А за выполнение нулевого экземпляра ты получишь М16А1, который сможешь легко продать не дешевле 5 миллионов. Татарином и шкурником ты, скорее всего, должен был уже познакомиться. У шкурника советую выполнить разовое задание «Шкурный интерес». Получишь деньги и хороший охотничий нож. У татарина бери задание «Проблемы с верлёками». По нему требуется убить 10, 30, 100 и 300 верлёк. Советую набить 300, в награду получишь 350 тысяч рублей и 100 тысяч опыта. Вдобавок, после выполнения этого задания татарин даст посылку, которую нужно отнести штакету. За нее ты получишь еще 80 тысяч дополнительно. Задание многоразовое и берется раз в 72 часа. Друг, тебе надоело играть одному и ты ищешь себе напарника? Тогда заходи в мой Discord сервер. Тут найдешь себе компанию по душе, сможешь пообщаться с другими сталкерами. Также есть доска объявлений. А самое главное, ты не пропустишь ни одного моего нового видео на YouTube, так как в группе есть свой специальный бот, который оповещает о выходе нового ролика. Присоединяйся к нам, будь в курсе всего. Ссылка на Discord сервер есть в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Классные задания у Морозова, который стоит в деревне Гурмана. Задания называются «Время собирать камни» и «Посылка Морозова». Для выполнения собирателя камней потребуется открытый проход на Везувий. Откроется он как раз после работы на ученых, при достижении репутации лагеря Шлеймовича больше 3000 и ЧВК Ревенхуд больше 1000. За собирателя камней Морозов даст тебе 120 тысяч рублей и 95 тысяч опыта. Но в процессе ты познакомишься еще и со следователем на радиовышке. Советую поработать попутно и на него. Посылку Морозову выполнить очень легко. Достаточно до этого завершить задание «Любическое досье» у Алекса. По завершению этого задания ты получишь 50 тысяч рублей и 20 тысяч опыта. Советую подойти к Сизифу. Сидит он на Имарке в квадрате Г4-3. Интересующее задание «Алфавит зоны» или «Сизифов труд». В награду дается 2 набора старых инструментов, 350 тысяч рублей и 120 тысяч опыта. Артефакты для квеста можно найти на локации аэропорт в инфракрасных аномалиях. Чтобы туда пройти, нужно первый раз принести 3 автомобильные свечи Савика Четкову и пройдешь бесплатно. А все последующие придется платить по 30 тысяч за проход, но они там легко отбиваются, так что не переживай. При выполнении начальных заданий советую купить премиум аккаунт, так как он увеличивает количество получаемого опыта и очков торговли, а это очень важно на начальных этапах развития твоего персонажа. Вот так галопом мы пробежались по самым стоящим, на мой взгляд, квестам, которые стоит пройти каждому начинающему сталкеру в окрестностях Любич. С помощью них можно заработать на снаряжение, вооружение и отправиться дальше изучать бескрайние просторы зоны отчуждения. Обязательно подпишись на канал и пиши в комментариях, что бы ты хотел видеть в следующем ролике. Спасибо, что досмотрел до конца. До встречи в зоне. Ну, проветришься, заходи.